100% опрошенных в Казахстане журналистов, правозащитников и гражданских активистов уверены, что за их интернет-общением следят спецслужбы. Таковы итоги исследования профессора Вашингтонского университета, который презентовали в Алматы в Бюро по правам человека и соблюдению законности. Я очень четко вижу, что эта ситуация, она нездоровая и неправильная. То есть так быть не должно. Это кризис, по большому счету. То есть кризис, надо как-то из него выходить, с ним надо как-то бороться. Да? Вот как с ним бороться? То есть есть предложение, скажем, сделать какие-то тренинги по обучению более безопасному пользованию интернетом, да? Ну, хорошо. Есть какие-то предложения по адвокационным кампаниям, да, там можно провести какую-то адвокационную кампанию, например, запросить в соответствии с 18-й статьей Конституции в силовых структурах запросить информацию, что вы обо мне собираете. Гражданский активист из Атырау Макс Бакаев, принимавший участие в исследовании, привел наиболее яркий пример, когда казахстанские власти в открытую совершили акт информационного терроризма. Мы знаем, что в городе Жаноузен во время известных событий 16 декабря телефонная связь, интернет-связь была отключена. То есть, когда я говорю про самоуправство, вот на тот момент не было законов предусмотрено. Подытоживая результаты исследования, эксперты сделали вывод, что все случаи слежки за казахстанцами власти тщательно скрывают, либо прикрываются борьбой с терроризмом и организованной преступностью. Хотя на деле это борьба с инакомыслием и оппозицией.